Приветствую вас на канале «Недвижимость в Чехии». Сегодня у нас обзор самого дорогого проекта в Праге, новостройки, которая началась строиться. Мы находимся на территории Королевского парка. Район, где строится этот проект, один из престижных в Праге. Поэтому, если вам интересно узнать об этом проекте подробней, оставайтесь на канале, и мы начинаем. Итак, находимся мы с вами на Праге 6. Район Бубенич называется. Этот район второй, самый дорогой после центра Праги. В этом месте проживает почти 21 тысяча жителей. И им уже более 100 лет этому району. Поэтому здесь в основном историческая застройка, вилловая застройка и очень много посольств разных стран. Это престижный и дорогой район Праги. Также здесь очень красивый Королевский парк, который мы с вами посмотрим в последней части видеообзора. Итак, мы с вами на Витязном Намнесте. Это здесь вот такая вот кольцевая развязка. Есть здесь остановка метро, Дэвидска называется. Вот с этой стороны уже началось строительство проекта Виктория Палаца. В этом проекте будет 93 квартиры, коммерческие помещения и подземные паркоместа. Квартиры будут с террасами или лоджиями. Застройщик заявил, что это будет проект премиум уровня. Современной архитектурой. Архитектор, который разрабатывал проект, смог соединить неоклассический стиль с современной архитектурой. Также в проекте будет свой внутренний двор с озеленением. В подземных этажах будут паркоместа и кладовки. Окончание строительства запланировано на первую половину 2024 года. Стандарты отделки. Алюминиевые окна будут в три стекла. Наружные электрожалюзи. Полы в комнатах дерева. Теплый пол будет установлен. В ванных комнатах крупноформатная керамическая плитка. Система «Умный дом» будет в квартирах. Система рекуперации воздуха также будет в квартирах установлена. В некоторых квартирах будет также система кондиционирования. Также в доме будет центральная рецепция. На сегодня есть в продаже квартиры на втором и третьем этаже. Остальные появятся позже. Цены на квартиры начинаются от 230 тысяч крон за метр квадратный или 9300 евро. Приведу пример нескольких квартир. 2КК квартира на втором этаже 67 метров, плюс 13 метров лоджия, плюс кладовка, плюс паркоместо. Стоимость 16 522 тысячи крон или 661 тысяча евро. 4КК квартира на третьем этаже 120 метров квадратных, 13 метров лоджия, плюс кладовка. И плюс два паркоместа. Стоимость 27 495 тысяч или 1 100 000 евро за квартиру. Схема оплаты. Это первый шаг, оплачивается резервация. 121 тысяча крон. В течение месяца подписывается договор о будущей покупке. И оплачивается 20% с учетом этой резервации заплаченной. И после ввода в эксплуатацию доплачивается 80% стоимости квартиры. То есть схема оплаты у застройщика довольно-таки удобная. Итак, мы с вами находимся в Королевском парке пражском, от которого не так далеко находится сам проект Виктория Палац, который мы с вами сегодня смотрели.
Вот такая вот территория парка с большими множеством озер. Ну и в целом хорошая инфраструктура вокруг проекта находится. 50 метров от дома супермаркет Альберт, 50 метров технический университет пражский, 30 метров от проекта остановка метро Дейвицка. До центра доедете на метро за 8 минут. 300 метров школа, садик, 400 метров театр, 900 метров вот этот красивый парк. И 1,5 километра от проекта есть еще один парк, называется Литенские сады. Ну и давайте подведем итог сегодняшнего обзора. В целом место очень интересное, хороший, популярный, комфортный район с таким вот замечательным парком, который я вам показывал. Единственная фасадная часть дома выходит на круг, кольцо, на котором, конечно, шумно от транспорта. Квартиры или комнаты, которые будут выходить во двор, будут более уже тихие и спокойные. Очень высокого стандарта отделка в проекте. Вы видели, есть рецепция. Поэтому единственный момент — это стоимость квартир. Но это решать покупателям, готовы они платить или нет такую стоимость за квадратный метр или за квартиру в этом проекте. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.